таким Тереком, ой, как проблематично. Вот момент. Велитов, прострел, гол, почти автогол. И его забивает Феррейра, которого мы так нахваливали. По-моему, он просто-напросто не успел даже ноги убрать, среагировать, потому что так мощно прострелил в этом эпизоде Велитов. 1-1 в матче пятого тура чемпионата России. Спартак, Терек, Велитов, получив мяч, прострелил, что есть силы, вдоль ворот, угодил защитника Терека и счет сравнялся. Но надо откровенно сказать, что Спартак этот гол заслужил. Безусловно. Но мы отмечали с тобой вот буквально, да, наверное, полторы минуты назад, что, ну, кажется, Спартак еще чуть-чуть надавит и забьет. Гол назревал. И в конце концов Спартак забил, но не без помощи Феррейра. А проходил-то мяч Кари, по-моему, да? Да, но как-то неуклюже Феррейра мяч отбивал, вот ближней правой ногой.